11.06 в нашем городе. Добрый день. Это начинается программа «Дневной разворот». И вас приветствует ведущий Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Завершение рабочей недели. Сегодня пятница. Погода наладилась. Выходные обещают быть теплыми и солнечными. С чем вас и поздравляем. Ура. Ура. Да, по традиции мы сегодня будем с вами 2 часа. Во втором часе после 12.05 мы будем ждать представителей Кировского театра «Кукол». Поговорим об итогах сезона, о премьерах и о фестивале «Вятка. Город детства». Который начнется, насколько я понимаю, где-то уже осенью у нас, да? Да. Все это впереди. Ну а в первом части у нас достаточно многолюдно в студии. Сейчас представим гостей, обозначим нашу тему. Давайте с гостей начнем, Николай. Давай все-таки начнем с темы, потому что как бы тогда будет понятно, почему у нас, собственно, такие гости, почему так много людей. Комиссия Общественной палаты по экологии обсмотрела объекты Росатома в городе Кирово-Чепецке. Я надеюсь, что те, кто нас слушают, поймут, о чем идет речь. И, соответственно, в гостях у нас сегодня Тамара Шихмина, председатель Общественного совета при Министерстве охраны окружающей среды, член Комиссии Общественной палаты по вопросам экологии и природопользования. Тамара Яковлевна, добрый день. Здравствуйте, микрофон поближе, пожалуйста. Да, чтобы было хорошо слышно все, что будем сегодня говорить. Хорошо. Марина Гекель, ведущий специалист по экологии администрации Кирово-Чепецка. Марина Андреевна, добрый день. Добрый день. Наталья Двинина, член управляющего совета моногорода Кирово-Чепецка. Такие должности появились вот раньше даже. Вот. И не представить, что такое будет. Заместитель главы администрации Кирово-Чепецка по городскому хозяйству с 2014 по 2017 год. Наталья Сергеевна, добрый день. Добрый день. Ну и Светлана Занько, член комиссии Общественной палаты по вопросам экологии и природопользования. Ну и заодно еще у нас главный редактор. Светлана, добрый день. Всем добрый день. Добрый, Володь. Можно я добавлю просто? Мне кажется, сразу нужно сказать нашим слушателям, что сегодня в программе «Культпоход» не будет розыгрыша, да, потому что будут звонить. Потому и сегодня не будет развлекательных программ в эфире радиостанции нашей, потому что сегодня особый день. 22 июня. Да, и все средства массовой информации отменяют развлекательные программы. Я надеюсь, наши слушатели нас понимают. Да. Продолжаем, настраиваемся на конструктивную беседу. Сейчас слово передадим Тамаре Яковлевне Шихминой. На сайте областного правительства есть пресс-релиз от 14 июня, где сказано, что представители областного правительства, общественники, представители госкорпорации «Росатом», предприятия «Росрао» посетили в этот день предприятия, связанные с атомной промышленностью, которые находятся на территории Кирово-Чепецкого химкомбината. Честно говоря, для меня лично история, ну, это такая вот туманная, как-то в основном и в целом уже и подзабылось, что объекты такого рода находятся на территории Кировской области и в целом, да, и именно в Кирово-Чепецке. Но есть федеральная программа, есть серьезные деньги, которые выделяются на эти цели. Вот как обозначено в пресс-релизе, это 2 с лишним миллиарда рублей. Почти. Итак, Тамара... Почти 2,4 в презентации, на сайте вот 2,1 указано. Итак, Тамара Яковлевна, что это за объект? Как он характеризуется? Что он собой представляет? И вообще его значение? Ну, наверное, надо очень региона. Кратко сказать о том, что, в общем-то, объект Кирово-Чепецкий химический комбинат, он у нас, все кировчане знают, организован и построен уже давно. Это практически где-то 46-й, там, вот его был 47-й. И самое главное, что это первое предприятие было по ядерно-топливному циклу. Поэтому и здесь вопрос стоит, и мы, как говорится, причастны к этой федеральной целевой программе ядерной радиационной безопасности, потому что здесь у нас накоплено большое количество радиационных отходов, которые хранятся, вот, и объект сам действовал до 1986 года, то есть в течение 40 лет. Конечно же, за этот период накопились отходы. Их на сегодня, вот, на нашем заседании было сказано, что хранится примерно 297 тысяч кубических метров, то есть это достаточно большой объем. Ну вот, по источникам, если говорить в тысячах тонн, говорить, то это примерно 440 тысяч тонн. Что это именно за вещество и его, не знаю, класс опасности, если можно об этом говорить? Ну, все радиационные отходы, они относятся в основном к первому классу опасности. Это у нас здесь находятся отходы средней и низкой активности. Имеется в виду, это отходы, значит, связанные с накоплением урана-238, плутония. Значит, это альфа-активные радиоактивные изотопы. Кроме того, у нас здесь находятся и гамма, и бета. Бета – это стронций-90, гамма – это цезий-137. То есть вот такой блок отходов. Причем альфа-отходы, альфа-радионуклиды, вот плутоний,
уран, они примерно составляют где-то 75% от всех отходов, находящихся на данном объекте. Тамара Яковлевна, можно просто уточняющий вопрос? Вот альфа, бета, гамма, с точки зрения опасности для человека, вот вы говорите, что 70% альфа – это хорошо или плохо, условно говоря? Ну, вы знаете, конечно, хуже, когда, конечно, это лучше, когда лучше, вообще, чтобы не было, да? Лучше, конечно, когда совсем бы не было никаких отходов. Все отходы, тем более первого класса опасности, безусловно, опасны. Но другое дело, что одни живут долгое время и распространяются медленно, другие малое время живут, распад быстро идет и так далее. Вот, и является с высокой проникающей способностью, поэтому они действительно по-разному отличаются друг от друга. Но тем не менее мы отмечаем, что на нашем объекте вот, отходы средней и низкой активности, вот, о которых я уже сказала. Причем они находятся в основном, содержатся на сегодня у нас вот таких в двух источниках загрязнения, или, можно сказать, их назвать секциях. Это третья секция и 205-е хвостохранилище. То есть на этих двух, вот, можно сказать, полигонах, которые находятся за пределами промышленной площадки объекта РосРАО, находятся вот эти, значит, отходы. Что представляет собой эта территория? Она огорожена. Да. Где она конкретно располагается? Что собой эти хранилища? То есть они находятся за промышленной зоной, что касается вот людей, которые живут. У нас есть презентация, некоторые фото. Да. Конечно, немногие, наверное, кировчане знают о том, что ведь поскольку этот объект строился первым, и в дальнейшем и шло производство здесь урана, очищение урана из гексафторидов, тетрафторидов, шло очищение, то наряду с производством уранового, значит, как топливного цикла, значит, шло производство и вторсодержащих соединений, в том числе и получение фтора. Поэтому здесь вот эти отходы содержат не только радиоактивные, но и химические отходы. И на именно этой территории, то, что вы спросили, что за территория, именно на этой территории создавались цеха по производству вторполимеров непосредственно. Здесь производилась продукция вторполимерная и так далее. То есть они, можно сказать, галополимер территория, она включает в свою территорию и свои сейчас цеха, отдельное производство. И теперь площадка РосРАО, которая относится к Росатому, где находится бывшие здания, сооружения, где шло производство урана, значит, очищение и переработка производных урана. И здесь же находятся некоторые хранилища. А в частности, это на этой территории, представьте себе, находилось вот до первого этапа, значит, 13 зданий и сооружений и 15 хранилищ. Из 15 только 2 за пределами этой площадки, то, что вот я назвала третьей секцией, 205-е хвостохранилище. То есть вот она примерно. Если говорить о самой территории, значит, этого предприятия, это примерно получается 4,5 на 4,5 километра. То есть в квадратных, ну или в гектарах. Больше 20 квадратных километров. Да, больше 20 квадратных километров. Ну а если говорить об общей площади влияния, то она считается примерно где-то 80 гектаров примерно. Вот. Ну и вот как раз об этой территории шел разговор у нас. Это территория, куда доступ человека полностью запрещен? Вы знаете, или не так? Он регламентно, почему везде на территории того объекта и объектов хранения люди работают, то есть доступ разрешен. Но посторонних. А, посторонних, конечно. Ну, это режимное предприятие, поэтому и галополимер, ну и это предприятие. То есть на эту территорию попасть иначе, как через галополимер, невозможно? Ну да, вход через галополимер. Понятно. Да, да. Он внутри, потому что он не то, что там они разрешают что-то, оно находится внутри. Совместное предприятие. И, кстати, вот в рамках программы радиационной безопасности на первый этап, там как раз ставился вопрос о том, у них совместные даже были, значит, как инженерные там сети, коммуникации, там водопроводы, газопроводы и так далее. И стоит вопрос как раз о том, чтобы вывести из границ РосРАО вот эти все инженерные сети на территорию галополимера. Вот. То есть взаимо, как говорится, связаны они друг с другом, потому что это было единое предприятие, создавалось. Да, Светлана.
Спасибо. Да, пожалуйста. Я бы пару слов все-таки сказала о том, еще раз, что это было за мероприятие, на котором побывали не только члены общественного совета при Министерстве экологии и природопользования нашего региона, но и члены общественной палаты, которые входят в соответствующую комиссию, я туда вхожу, и Тамара Яковлевна тоже, представители администрации города Кирово-Чепецка, представители Росрау и представители различных СМИ. Это был информационный... Русские витязи над нами уже, видимо. Да, русские витязи. Это был информационный тур. Это значит, что программа, которую проводит Росрау насчет закрытости, Володя, да, она должна быть полностью освещена в прессе, она должна, ее результаты должны быть доступны каждому абсолютно жителю этого региона, да и вообще любому человеку, который заинтересован в этой теме. И именно с этими целями проводился уже второй, я так понимаю, пресс-тур на эти объекты. И я тоже, Володя, как и ты, я вообще, видимо, когда-то слышала, но уже давно забыла, что есть такие объекты. И когда мы туда приехали, достаточно большой делегации, кроме того, был общественный совет московский, да, федеральный, госкорпорации Росрау, тоже общественные деятели приезжали, с большим опытом люди, профессионалы. Нам проводили на галлополимере инструктаж безопасности, нам выдали противогазы, нам выдали каски, нам объяснили, куда бежать в случае чего. И даже некоторые члены вот этой выездной комиссии, приглашенные, поначалу так это переживали и думали, идти вообще или не идти. Мандражировали, да? Да, потому что для некоторых было абсолютно, для многих, кто не был вот на прошлогоднем туре, была неожиданность, что есть такой объект, что этот объект накопил в себе определенное количество опасных реагентов, так скажем, радиоактивных отходов, скажем так. Да, и что это вообще такое, впервые для себя открывали. Совсем недалеко от города Кирово-Чепецка, на территории завода «Галлополимер», где работает большое количество людей, где идет производство, где сейчас идет большая реконструкция, там восстанавливаются цеха, восстанавливаются дороги и прочее. Вот все это вместе, непосредственно близости от большого второго по величине города Кировской области, сейчас существуют. И нам показывали специалисты Росрау, что они делают, начиная с 2013 года. Это когда программа начала свое действие. Да? Обратите внимание. Этап. Я знаю, что сейчас будет у нас перерыв, но вот сказала Тамара Яковлевна, что в 80-х годах, в конце 80-х годов, это производство опасное по обогащению урана перестало существовать. В 86-м, да? 86-м. А программу начали разрабатывать в 2005 году. В 2005-м. А деньги выделили в 2013-м и начали вот все эти мероприятия, о которых мы сегодня расскажем, в 2013-м. Поэтому и делается акцент на том, а что накопилось. Очень важные вопросы такие звучали. А что с этими накоплениями сейчас будут делать? А как их будут захоранивать? Это очень важный вопрос. Они будут ли привозить что-то еще со стороны? Они будут ли вывозить еще куда-нибудь? А люди, которые ходят вокруг этих объектов, они должны ли знать, и что они должны знать, и как они должны быть защищены? Вот, Володя, к твоему вопросу о том, что люди, да? Я думаю, что вот на эти вопросы, в том числе и коллеги из Кирово-Чепецка, нам ответят. Представители уже руководства Кирово-Чепецка мы начнем подключать после небольшой паузы. Продолжаем нашу беседу. Вот сейчас хочу обратиться к ведущему специалисту по экологии администрации Кирово-Чепецка Марине Гекель и Наталье Двининой, члену управляющего совета МУНа города Кирово-Чепецка, замглавы администрации этого города по городскому хозяйству в недалеком прошлом. Итак, какое решение принято в отношении этих отходов, когда началась работа, когда они попали в поле зрения и в основном... Что как бы за эти годы, может быть, изменилось уже? Да. Ну, мы немножко бы уточнили как бы информацию. Действительно, это Наталья Двинина. Да, активная работа началась в 2013 году, именно связанная с отходами и с объектами. Но изначально, как бы, если мы говорим об отделении, юридическом лице, которое начало этим заниматься, оно было создано в 2009 году. И от Роспотребнадзора они получили лицензию на занятие данным видом деятельности еще в 2010 году. Активные действия начались в 2013 году, которые были связаны, естественно, с изучением объекта, с разработкой программы по утилизации вот этих отходов, консервации тех объектов, которые расположены на этой территории Росрао. И у нас в 2014 году
когда речь зашла уже о федеральных деньгах и выполнении определенных мероприятий, на территории города проходили публичные слушания с привлечением тоже и средств массовой информации. Вот тогда был первый пресс-тур, о котором сегодня говорят. Тогда мы в первый раз выехали на объект со средствами массовой информации. Это говорит об определенной открытости деятельности РосРАО для того, чтобы посмотреть, что это из себя представляет, и визуально убедиться, насколько опасен или не опасен тот или иной объект. Да. Я просто сразу картинки буду такие рисовать. Когда мы туда подъехали, и тоже вопрос задавали, а нам тут не опасно находиться, тут же подошел специалист, который включил специальный вот этот прибор, который Дозиметр радиации. Я специально говорю, что на каком уровне наше знание. Уровень радиации. И он показал уровень, который ниже даже, чем просто вот в центре города, большого города Кирова. То есть наша окружающая среда, экологический фон здесь даже хуже, чем сейчас непосредственно у объекта РосРАО. Я продолжу, как бы, о чем начали говорить. И вот в 2014 году мы говорим, что были большие публичные слушания как раз с целью ознакомить население Кирово-Чепецкое и общественность о тех мероприятиях, которые планируется произвести на данной территории, об отходах, которые там находятся, и что планируется сделать. Но, как Тамара Яковлевна сказала, в основном это 5 объектов, из них только 2 располагаются за территорией РосРАО, остальные, как бы, хранилища, они расположены на самой территории РосРАО. Поэтому, естественно, доступа никакого здесь нет. И как вот убедились представители пресс-тура, что предыдущего, что нынешнего, как бы вот такой явной опасности, несмотря на громкие там альфа-бета-излучения, как бы названия химических веществ, естественно, они не представляют. Поэтому были высказаны очень много там предложений со стороны общественности. У нас выступала и Чепецкро, и выступали как бы Белон, да, как бы выступала общественное организация, движение как бы в области экологии. Угу. Там тоже специалисты выступали. Специализирующиеся на атомных как раз вопросах. Специализирующих, да, как раз на этих вопросах, да. Они выступали тоже с предложениями, что дополнить в этой проектной документации. Приезжала большая группа с РосРАО и с, будем говорить, визуальным таким докладом на экран, с фотографиями этих объектов, кто не присутствовал на пресс-туре, они попытались показать населению, что это такое и какие мероприятия они планируют провести, чтобы эти объекты, ну, исключить любую возможность негативного воздействия на окружающую среду. На сегодняшний момент времени, как бы хотелось отметить, что продолжается какая работа? У нас еженедельно... Еженедельно выкладывается отчет на сайте муниципального образования о радиационной обстановке на объектах РосРАО. Это можно посмотреть в разделе «Мониторинг окружающей среды» на сайте муниципального образования. И можете посмотреть, то есть достаточно стабильно, там никаких превышений нет. Также... Какие там параметры? Вот я пока еще захожу. По каким параметрам вот оценивается? Если можно, вот как бы сравнить то, что было, условно говоря, 5 лет назад и с тем, что сейчас. Есть какие-то изменения? В данном случае вообще? Информация приводится по 5 объектам, то есть она приводится как конкретно по объектам вот этого негативного воздействия, будем говорить. Указана мощность дозы нормативная и как бы сегодняшнее ее состояние, то есть момент съема, и также указано о наличии или отсутствии каких-либо нестандартных или иных ситуаций на данном объекте. То есть информация, если вы зайдете на сайт, вы ее увидите. Там архивные данные, справки, то есть можно проследить историю. То есть ухудшение ситуации, мы можем даже говорить о небольшом улучшении ситуации. Улучшение ситуации наблюдается. Незначительное, конечно, там не в разы, но оно в принципе как бы видно. Улучшение, то есть понижение некоторых значений, некоторых фоновых значений, да, вот этих значений. Фоновые, наверное, надо сразу сказать. Тамара Яковлевна. Это 0,19 примерно, микрозиверт час. То есть вот то, что выше уже этого, это, в принципе, уже считается загрязнением. Поэтому для населения Кирово-Чепецка, которое желает и такая возможность ознакомиться с ситуацией, будем говорить, в режиме еженедельном ситуации на этих объектах, конечно, она есть. Плюсом мы вводили практику, особенно вот после публичных слушаний, и такой активный у нас почти был полный зал, присутствовало как население, так и представители правительства, общественных палат и СМИ. Мы завели практику 2 раза в год обязательно заслушивать руководство РосРАО Кирово-Чепецкого отделения на заседаниях экологического совета, которые проводились в администрации. То есть они нам рассказывали, какие мероприятия проведены и планируется провести в ближайшие полгода. Наталья Сергеевна, вот эти заседания не открыты, то есть там только члены совета, либо могут... Там присутствуют члены совета, присутствуют СМИ. То есть мы граждане, извещаем. СМИ, да. Мы обязательно извещаем вот таких
экологических советах, градостроительных советах у нас заведена практика извещать население и СМИ о том, что они состоялись. И мы даже приглашаем СМИ на них присутствовать, чтобы это действительно имело открытый характер работы. Поэтому вот эта работа, естественно, велась. Но несколько, наверное, в последнее время Росрау у нас эту работу, как бы, ну, не будем говорить, что приостановила, но несколько сбавила обороты. И я думаю, что как раз вот это пресс-тур, который, это опять новый виток нового, будем говорить, информированности, просвещения как раз о своей работе. То есть руководство понимает, что эта работа, конечно, нужна. Так ведь и второй этап работы уже близится. Да. Вот в связи с этим, ну, да. Первый-то закончился в 2015 году. Смотрели, это, да? Лицензия закончилась. Да, это лицензия закончилась. Да. Вот как раз на этих слушаниях вопрос поднимался о том, что лицензия закончена, и нужно получить новую лицензию. Вот, поэтому немножко даже был перерыв в действиях, потому что пока не было лицензии, Росрау не проводила работу, остановлен был процесс вот, реализации этой программы. Я как раз хочу сказать о том, что сам первый этап, он действительно начался где-то с 2013 года по примерно 2015 годы, достаточно активно. Да, в этом. И чтобы люди представляли, а что же делается, что за этап, что на нем должно было произойти в ходе этого выполнения работ. Кстати, реализовано там было где-то 427 миллионов рублей, эти деньги освоены. И здесь вопрос стоял и на первом, федеральные. И на первом, и на втором этапе однозначно стоит вопрос о том, это вывод из эксплуатации загрязненных зданий и сооружений, это вот на первой очереди, и части на второй. Второе, это... Поясните, пожалуйста, что значит вывод из эксплуатации загрязненных зданий и сооружений? Там, где производилось, где шло производство урана, получение, значит, уран-производных. Разрушить их, не знаю, законсервировать, что имеете в виду? Там это... стоят заводские цеха. Ну, вот заводские цеха. Их нужно разобрать. Демонтаж. Их нужно разобрать, сложить, выбрать. Нет, выбрать из них еще, наверное, те, которые не совсем опасные, и они хотят использовать их для экрана как раз вот этого защитного, насколько я знаю. Это все равно все будет. Как в могильнике. Потом соорудить вот этот, будем говорить, выражаясь русским языком, могильник. Всем понятно, что такое могильник. Да, очень большой блок работ. Демонтаж вот зданий и сооружений, я вам говорила, что где-то примерно 13 таких зданий и сооружений. На первом этапе было демонтировано практически 4 из них. Вот. Второе направление, которое проводилось, направление работ, это консервация существующих хранилищ, а я их называла, их 15 в целом, а на первом этапе... И опять же, вот, консервация, это как физически выглядит? Консервация хранилищ, она делается таким образом. Вот, Светлана Владимировна, видели, 25-я, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я секции, они практически вот, закрываются, значит, сверху, тампонируются, закрываются, и экран, нанесением экрана на них. Я как дилетант скажу, вот у нас сейчас лежит в разрезе это хранилище, что мы увидели? Ну, вот я посчитал, оно глубиной где-то 5 метров получается. Ну, около 6 метров целое получается. Но то, как это сейчас хранилище выглядит, это такой зеленый холм. Зеленый холм. Вот мы и смотрим, это хранилище, ну то есть вот все эти отходы, о которых мы с вами говорим, углубляются под землю на вот такую глубину, о которой сказали, на уплотненном грунте. И сверху накрывается такой многослойный пирогом вот таким, да, который изолирует выход вот этих изотопов. Да. А в итоге там сверху это зеленый холм, и таких холмов еще несколько должно вырасти. Так, ну и третье направление, это идет рекультивация территорий. Это значит вот то, что у нас, сколько загрязнено территорий радиационными отходами, а это примерно где-то 80 гектаров на этой территории. На первом этапе было рекультивировано порядка 11,5 гектаров. Ну, то есть еще предстоит на втором. Так вот, вот эти работы проводились на первом этапе, и руководитель вот этого проекта, Ирина Рудольфовна Константинова, она как раз докладывала всем присутствующим в зале, в каком аспекте вот эти работы проводились, все ли они выполнены в полном объеме. Ну, по крайней мере, было к ней много вопросов в этом отношении, но я поняла, что и для себя, и участники, я думаю, что этой нашей встречи поняли, что в основном объем выполнен в том плане, в котором он планировался. И вот сейчас начинается второй этап. Простите, основные работы в рамках рекультивации – это высадка новых
деревьев? Нет, а что различные это? Методы рекультивации. У них, понимаете, вот я тоже этот вопрос им задавала, что имеете, Ирине Рудольфовне. Дело в том, что эти 11,5 гектаров, они были рекультивированы на промтерритории. Это значит не высадка территории, это речь была о выемках грунтов, это значит их консервация и так далее. То есть это уже чисто технологические работы, связанные с рекультивацией этой территории. Дальше из этих зданий, сооружений, то, что там отходы где были, их нужно было разместить соответствующие контейнера, допустим, те, которые твердые, значит, их специально промплощадка такая построена была для временного хранения. Для временного хранения этих контейнеров. То есть вот такая работа. Тамара Яковлевна, вот объясните, вот рекультивированная территория, как сейчас она выглядит? Вот. Что сейчас на этом месте находится? Ну, если говорить о той территории, где мы видели, то нет здания уже. Угу. Допустим, 93А, 1-2Б, так они именные называются. Главное, 93-е, которое основное, оно будет на втором этапе. Угу. А вот эти здания, там 97-е, 100-е и так далее, то есть они практически уже сегодня их разобраны, демонтированы. И территория, вот, где находились эти здания, ну, говорят, санировано, так уж химическим языком. Это просто лужайка какая-то, зеленый, или там асфальт. Зеленый, да, пол, да, да. Засыпается землей, плодородным слоем 30 сантиметров, и растет трава. Да, коллеги, смотрите, там очень важный вопрос на самом деле. Так, да, действительно, вот рекультивированная территория выглядит как зеленый холм. Но вопрос, который задавался, это очень важно. А, хорошо, сверху мы видим, какой пирог там лежит многослойный. Угу. Понятно, значит, видим, какие показания радиоактивности на поверхности. А что под землей? А что подземные воды? А там как мониторится эта вот история? Давайте после перерыва. Давайте, реклама, 1,5 минуты. Времени остается все меньше, разговор очень интересный и важный. Давайте продолжим. Вот перед рекламой мы говорили о том, а что же, собственно, под землей, да? Гидрология, с точки зрения, давайте к представителям Кирово-Чепецкого, Кирово-Чепецкой администрации обратимся. Марина Гекель, ведущий специалист по экологии администрации Кирово-Чепецка. Ну вот гидроспецгеология, насколько я знаю, для того, чтобы проводить мониторинги грунтовых вод, подтопления вот этих вот хранилищ радиоактивных отходов, было пробурено 113 скважин наблюдательных, из них 29 на территории объектов РосРАО и 83 скважины за пределами, для того, чтобы наблюдать, как влияют радиоактивные отходы на объекты, которые находятся за пределами вот этого филиала. И по мониторингу было выявлено, что вот хранилища 205 и 3 секции, они все-таки подтопляемы грунтовыми водами, поэтому гидроспецгеология провели определенное моделирование, показали, насколько будет подтопляться и как дальше будет продвигаться вот это пятно. И было предложено для того, чтобы продвижения вот этих грунтовых вод не было с радиоактивными веществами, предложен такой метод, как стена в грунте. Стенка то есть, в грунте. Да, то есть на 15-20 метров глубиной это будут забуривается. Стену? Да, как стена такая. То есть, чтобы не проникали вот эти грунтовые воды с радиоактивными веществами дальше, чтобы не протекало. Да, а да, да. Сейчас там куда, вот, собственно, проникало. Эти воды, куда они попадают оттуда? Ну, по результатам мониторинга, сколько я знаю, что они пока не выходят за пределы этих секций. Ну, это в каком году работает? Обещает Ирина Рудольфовна, насколько вот они были на круглом столе, говорили о том, что к 2020 году планируют выполнить эти работы. То есть стену брать. Да, если все будет по их планам. А вот эти скважины когда были пробурены? О каком период времени идем речь? Когда это началось? Тамара Яковлевна, подскажете? Тамара Яковлевна. Да, работы геосервис и гидроспецгеология проводили в 2009 году. Они в 2006 проводили, но очень большой объем выполнен в 2009 году на этой территории. И вот то, что задавали вопрос, куда они могут попадать. Куда они могут попадать, понятно, да, что они по грунтовым водам могут да попадать прежде всего и в поверхностные воды. А самый близкий здесь Елховка. Речка Елховка, озеро Просна.
опасное. И действительно, анализ и мониторинг этой территории свидетельствует о том, что именно вот в этих местах, вот Шламовое болото рядом с секцией 3, затем вот Елковка, Просная, в основном вот в этих местах. Но я хочу сказать о том, что это локальные места загрязнения, чтобы не сложилось впечатление, что это идет огромный какой-то ареал там загрязнения. Поток. Нет. А вот я хотел как раз таки спросить, на ваш профессиональный взгляд, насколько это вот остро по времени, срочно ли это нужно проводить, либо... Вы знаете, мониторинг должен вестись постоянно, потому что даже вот та работа, которая была выполнена, то, что Марина сказала, 113 скважин, я еще знаю, еще дополнительно было сделано 155 скважин в целом, значит, потому что еще за пределами этой территории, в 2009 почти году. Почти 10 лет назад. Да, да, да. Так вот, ну, Росрам мониторит эту территорию, они, у них работает система мониторинга, контроля за этой территорией, и как промплощадки, так и подземные воды тоже мониторят они? Да, у них несколько, 29 скважин, которые они наблюдают, проводят мониторинг этой территории. Но вот как раз на данном совещании стал вопрос о том, да, промплощадка отслеживается, контролируется, мониторируется. Самое важное нам видеть, а действительно идет ли это направление, пятно радиационно распространяется ли на территорию за пределы промплощадки и за пределы санитарно-защитной зоны. И практически... Вот этот вопрос, он, в общем-то, требует решения серьезного. А то есть пока точного ответа нет на него? Ну, мониторинг проводится, я еще раз говорю, что Росрао, но так, как нужно, вот как, кстати, я очень знаю материалы АВОСа, и, значит, которые, по которым проводилось экспертное заключение на вот этот вид деятельности, там было прописано, нужно создать 3 водных поста, нужно было создать 4 поста, атмосферного воздуха, кому передвижного. Росрао. Росрао. Далее 29 наблюдательных скважин, 20 участков мониторинга почв растительности. Вот в этом направлении, ну, я думаю, что далеко не все делается. Раз. А еще, кроме всего прочего, территория делится. Где-то есть территория, где Росрао может проводить свои работы. А история-то старая, и пошла эта история уже дальше, за границы той территории, да, которая Росрао со своими деньгами и программами может работать. И поэтому как раз на этом заседании спрашивали общественники, не все же гладко-то было, да? А что с той территорией, с той же Елховкой, с теми же болотами, которые накопили в себе уже какие-то отходы? Ирина Рудольфовна, она посоветовала, там был у нас заместитель председателя правительства господин Кадыров, она посоветовала правительству Кировской области воспользоваться существующими уже федеральными программами, которые имеют под собой деньги и которые можно было бы использовать уже области, региону совместно с Росрао, там, при их консультации, да, для того, чтобы работать над этими местами. Вот на тех, на тех территориях, которые не входят как пока что этим не занимаются. Здесь очень сложный вопрос. Здесь и химическое, и радиационное загрязнение. И поэтому, если Росрао, правильно Светлана Владимировна сказала, что радиационно это к Росрао имеет отношение, то химическое загрязнение то далеко не все, да? И что-то здесь за другими предприятиями, там и ТЭЦ работает, там и Волконит предприятие, и Галополимер, и ЗМУ, и много предприятий работают в этом комплексе. Хочу сказать в адрес ЗМУ, они достаточно молодцы, они достаточно активно проводят мониторинг этой территории, и с точки зрения химического загрязнения, и сделали оборотный тип воды, без сброса ее, значит, в окружающую среду, и многое другое. Но вот этим примером надо следовать другим предприятиям, потому что действительно Росрао на себя всю функцию вот, вот этой территории оно не сможет взять, потому что они будут только целевое, свое, как говорится, отслеживать. И здесь нужен комплекс создания системы. У меня сейчас вопрос системы. Представителям администрации Кирово-Чепецка. Много мы поговорили о том, что да, мониторинг, информирование населения, мониторинг как атмосферы, так и подземных вод. Но нужно быть реалистами. План мероприятий, план действий на случай, если параметры выходят из зон нормы. Из комфорта, скажем так, из нормы. Да. Некий план мероприятий, он есть в загашнике? Ну, если говорить о плане мероприятий, на сегодняшний момент вот...
будем говорить, такого плана мероприятий, как вот вы задаете вопрос, 100% его, конечно, нет. Как действовать в чрезвычайной ситуации? Нет, как действовать в чрезвычайной ситуации у нас на сайте вывешен. Как действовать при радиационном заражении, тоже на сайте информация выложена. То есть это есть. А как действовать, если мы находим в водном объекте там? Вот этот момент, может, он, естественно, не прописан. И о чем говорила сейчас Светлана Яковлевна и Светлана по федеральным программам. Тамара Яковлевна, извините, пожалуйста. То есть у нас вопрос о том, что у нас, да, действительно, на уровне Российской Федерации есть сейчас национальный проект, который называется «Накопленный вред окружающей среды». И в рамках этого национального проекта пока в качестве эксперимента запущены именно рекультивации наиболее крупных полигонов ТКО в Российской Федерации, у городов-миллионников. То есть это всего 6 проектов, которые на сегодняшний момент в Российской Федерации реализуются. Говоря о том, что мы действительно задумываемся о том, что все-таки и как это все осуществлять, у нас проходили публичные слушания по стратегии развития Кирово-Чепецка. И одно из предложений было вот как раз об отходах, которые за границей Росрао, о возможности, поскольку химия не стоит на месте, и предприятий химической промышленности у нас достаточно много, мы смотрели в том вопросы использования в коммерческих целях, то есть возможности их продажи для дальнейшего производства. Мы даже связывались... Есть такая возможность? Да, во многих, посмотрев, если мы зайдем в интернет и посмотрим там, например, и металлургии отходы, и химической промышленности отходы, то есть то, что вчера являлось отходом, завтра при уровне развития науки оно может являться сырьем для новых производств. И как раз вот одна из задач, которая стояла, и мы ее начали постепенно отрабатывать, выходили в том числе и на наш опорный институт с вопросом, могут ли нам оказать именно с точки зрения научной базы вот этот вопрос. Исследование состава. Исследование состава вот этого, который на сегодняшний момент, и возможности их использования. Поэтому говорить о том, что да, мы, естественно, об этих вещах задумываемся, мы у себя в стратегии их прописали, развитие Кирово-Чепецка, и планируем дальнейшее как бы вместе двигаться. Конечно, нам бы очень большую помощь оказала Росрао, потому что те отходы, которые есть у них на территории, которые за границами, они имеют схожую структуру, и здесь могли бы использовать, о чем в том числе наши руководители обговаривали как бы с руководством Росрао. Потому что совместные усилия, пусть хоть мы и говорим, что там могут быть влияния и других производителей отходов, но изначальный состав как бы вот этих отходов, естественно, он более известен Росрао. Поэтому цель есть. Планы есть, сейчас осталось за малым, будем реализовывать. Мария Яковлевна, как дальше? Вот будет мониториться. Минутка у нас остается буквально. Мониторинг, к чему мы движемся и когда мы должны прийти. Полной консервации, рекультивации этой территории. Вы знаете, конечно, если так говорить, то второй этап, он спланирован до 25-30-х годов. Вот примерно по срокам так. Но что касается мониторинга, руководитель проекта обещала нам продумать вот этот вопрос, потому что он записан, они обязаны его реализовать. И подключить, мы говорили об этом, в том числе и местных ученых, и местной лаборатории, вузы и так далее. Потому что именно мы здесь на местах знаем эту территорию гораздо лучше и больше, чем кто-то другой, приехавший сюда мониторировать. Угу. Заинтересованы. Да, и заинтересованы в реальном, можно сказать, освещении дел. Так же, вот как мы делали этот мониторинг по объекту химического оружия. Ну, надо, наверное, сказать в заключение, в самом конце, что это не уникальная такая ситуация все-таки Кировской области. Вот, называется исторические хранилища, да, наследие. И такое наследие, вот, Володя, у тебя карта там перед глазами. На сайте Росатома или Росатома. Понятное дело, когда все это начиналось в 40-х годах, атомная бомба и прочее, прочее, оно, естественно, по всей стране осталось. И еще раз внимание, только в 2000-х годах стали выделяться средства, серьезные очень средства, и они увеличиваются, наращиваются на то, чтобы это историческое наследие, вот это негативное историческое наследие, чтобы мы от него избавились. 809 мест таких. 809 мест, и мы одна из них. Но мы будем обязательно, конечно же, участвовать и в пресс-турах, и следить за тем, что происходит на этом объекте, и общественные палаты, и комиссии по экологии. Большое спасибо коллегам из Кирово-Чепецка, что вы мгновенно реагируете, так глубоко знаете эту тему и можете нам все рассказать. Они там живут. Мы практически тоже, Коль, там живем, понимаешь? Ну, практически.
кем мы там живем. Там живем. Хорошо знать, хорошо разбираться, чем строить догадки и строить различные версии. Вот, собственно, для этого такие туры и устраиваются. Для того, чтобы была информация из первых рук, а не мифы какие-то ходили вокруг. И на контроле палаты у нас будет постоянно. Общественная палата, да. Спасибо. На этом час наш первый завершен. Мы с Николаем не прощаемся. До встречи через 20 минут. Спасибо.